Буквально через 5-10 минут на эту сцену выйдут самые топовые артисты в ротации «Радио Лайк ФМ». Сейчас зал пустой, но я знаю, что на это шоу проданы все билеты. Так что, дружок, тебе посчастливилось увидеть все глазами нашей съемочной команды. Как твое настроение? Отлично. Я волнуюсь, потому что концерт делался непросто. Артисты все модные, все молодые, все востребованные, все крутые. Поэтому я очень рад, что финальный ланап, который у нас получился, он именно из тех артистов, которые сегодня будут выступать. Отлично, все очень нравится. Вот такой радужный, отличное настроение, супер. Очень круто, нравится все. Да, мы второй раз уже, и очень круто. Классно, круто. Зажигает. Вообще очень здорово, впервые на этой площадке. На кого пришли посмотреть? Эл-Джей, Темникова, Леша Свик. На Ивана Валеева конкретно и на Эл-Джей еще. Супер. Я на вас пришел посмотреть. Эл-Джея и Тифеста. Ты жадничаешь на лайки в Инстаграме или нет? Я просто подписана на людей, которых я знаю, которых я люблю, ценю и уважаю. Как бы это странно ни звучало, я их, естественно, лайкаю всегда, потому что все, что они делают, я от этого кайфую. Мы, в принципе, не лайкаем ни девочек, ни мальчиков, какие-то записи, которые нас интересуют. Ну, там, не знаю, мне видюшки нравятся всякие смешные. Мне нравится лайкать своих друзей, или либо людей, которые мне интересны. И Риану. И Риану очень, особенно Риану. Я раздаю всем лайки. Всем? Да, практически. А предпочтительнее девушкам или мужчинам? Ну, это же логичный вопрос, да? Да, бывает. Ну, кстати, всем подряд или выбрать? Ну, я не заморачиваюсь, мне нравится картинка, неважно, там, чья-то крутая она или нет, я ставлю лайк. Это обязательно. Всем подряд? Да, это болезнь. Я вот только сегодня поймала себя на мысли, что за последние несколько дней я практически не заходила в Инстаграм, только максимум выставить фотографию. Я уже очень давно не просматриваю ленту, я уже очень давно не просматриваю сторис, и я не знаю, с чем это связано. Да, я лайки ставлю, и причем, ну, я ставлю лайки тем, ну, естественно, кого я подписан, понятно, и, ну, и так вообще, в принципе, я могу пролистывать что-то, и, ну, мне там, мне нравится, я ставлю просто лайк, то есть я вообще не парюсь под теме. То есть я, у меня есть такая тема, что типа, ага, значит, этому там, знаешь, как обычно там, так, он мне не поставил, я не буду лайкать, да, типа, я круто, то есть такой темы нет, я вообще, ну, я спокойно. Что-то нравится, полайкаю, да. А девочек или мальчиков больше? Ну, интересный контент. Я всем расставляю всегда. А больше девочкам или мальчикам? Больше девочкам. А какие девочки нравятся? Хорошенькие. Это была Лайк-Пати 2018. Спасибо, я буду скучать по вам. Я люблю тебя на 360. Все остальное.